Это гимн Македонии. Солнечная Македония. Еще столица Скопье. И в гербе солнце, и в флаге солнце. Вообще там очень-очень много солнца. Да, я был в Македонии, там действительно солнечно, сухо, тепло. Хорошая страна. Ну, а теперь я хочу просто отдохнуть, посмотреть фильм. Вот, пригласил. 25 гостей. Которые каждый принесет. Кассету новые 10. Ой, 10 новых штук принесет. Круто. Вау. Ну и конечно, в конце Маркус выберет, какой же фильм мы будем с друзьями смотреть. Ну чё, поехали. Сид. Вау. Я принес газету «Сумасшедший профессор». Эдди Мерфи. «Сумасшедший профессор». После этого «Шпион тяжело, но достойно» фильм. Ну давай. Посмотрим. Это «Сумасшедший профессор». Да. Это профессор. Эдди Мерфи. Ладно, оставляй нам этот фильмец. Так. Поменяй кассету Linkin Park. Нет. Да можешь видеть здесь. Видишь? Я слярусь. Да там там есть. Сова! Там есть здесь. Ну, детеныши, мультики я принес, это маска. Ну, маска, давай посмотрим. Мультик маска. Отмазка. Замазка. Размазка. Ну, где тут маска? Это рекламки. Динозаврик Димка. Вашему ребенку видеокассеты с приключениями Динка и его команды. Динк, не знаю такого. Мишка Йоги. Какие-то странные, непонятные мультики. Суперзвезда. Ну нет, не будем мы эти какие-то странные мультики смотреть. Лети отсюда, сова. Я расскажу сыну об этом. Вот сыну показываю такие мультики. Миньон. Ну, ты что притащил? Маска, мультсериал. О, ну, может, тут будет мультик «Маска». Майло, это собака маски. Это было несложно. Ты, мой дружок, Франкенштейн младший. Ты висишь, как девчонка. Вовсе нет. Очень не важно. Ну да, вот это действительно мультик про маску. Оставляем мы его, конечно же. Так. Это не странный мультик. Это вполне нормальный мультик. Чарли Чаплин. Еще раз упадешь, домой попадешь. Ну, что принес Чаплин? Семь. О, это знаменитый триллер с Брэдом Питтом и Морганом Фрименом. Вау. Ну, господин Чаплин, надеюсь, это будет тот фильм? Да, это я вижу Морган Фримен. Садитесь, вы с ним не орали друг на друга,
Ладно, оставляю нам этот фильм. Это действительно триллер 7. Так. Хенри Джей Уотернуз. Ну, ты что притащил? Маска смерти. Лоренцо Ламас. Маска смерти. Ну, посмотрим, действительно ли там я Ламас. Маска смерти. Да. Там были мультики «Маска», а это какая-то фильм какой-то. Джерри Вассерман, Петер Хэнсон. Надо посмотреть качество какое. Так. Есть хорошее качество. Оставляем. О! Монтаж Марк Сандерс. Это даже очень хорошее качество. Ладно, все, оставляем. Мистер Уотернуз. Я люблю смотреть фильмы в идеальном качестве. Минимум. Так, а ты что принес? Кавказский пленник. О, Бодров и Меньшиков. Круто. Два знаменитых российских актера. Бодров. Ты хоть стрелял? Не успел. Не успел. Не успел. Ладно, оставляем. Это действительно «Кавказские пленники» и Бодров. Сергей Бодров. Так. Следующий. Вампир. Ну, Vampire, ты что притащил? Забавное состояние Скуби-Ду. Скуби-Ду, вау, давай. Посмотрим. Дим, купите вашему ребенку видеокассеты с приключениями Димка и его команды. Вы только что это видели. Ох, сейчас еще и Подрыв медведя. Что это? И сейчас без звука. Ты ту самую кассету притащил? Как маски опять. А прям это был звук. А второй тут нету. Тут нету даже звука. Да. Ну извини, вампир. Без звука смотреть мы не сможем. Да. Первые трейлеры был звук. Да, там хоть звук был, а тут вообще ничего. Дед Мороз. Ну, ты подарки нам принес. Я принес кассету Сканнери 3. Перевод. Сканнери. О. Сканнери 3. Перевод. Такой фильм я не видел. Что это? Кто это такие сканеры? Picture of the Year. Так это же Мадонна. Дед Мороз только из-за уважения к великой певице и актрисе Мадонне ты остаешься с нами.
Смурфик. Ну, что смурфики смотрят? От заката до рассвета. О, это про вампиров. Тут был про вампиров и про зомби. Крутой фильмец это был, я помню. Вау. О, Джордж Клуни. Ричи, соберись. О. Сколько их? Трое. Which one? Который? This piece of shit. Вот это. Here, это тот самый ублюдок. Он сломал мне палец и нос. А вот этот недоносок пересчитал все ребра, пока я лежал. Встань. Да пошел ты. Ой. Экшн. Вот это экшн. Не, вот экшн начался. Ух ты! Злой! Ладно, оставляй нам его! Вау! Какой экшен! Это был, кстати, сам режиссер фильма Квентин Тарантино. Вот, главные роли играет Даша. Сам режиссер фильма. Следующий. Прикольно. Франкенштейн! Ну, ты что нам притащил? Waterworld! Водный мир. С кем? Кевин Костнер? Да. Вау. Хороший актер. Шутка, резина. А еда есть? А? Ты же рассказала? Еда есть? Еда, еда, может быть, может быть, может быть. Я не ел сам кто-то. Никогда не ел, очевидно. Кто из вас повар, а? Как ты уже видишь, у меня мало что есть. Да-да-да. Это действительно вижу. Кевин Костнер. Ладно, оставляем. Кевин Костнер, это актер. Да, крутой актер это. Он еще играл в крутом фильме «Телохранитель». Покемон. Эй, ты куда? Куда? Я внес газету Kiss Exposed. Kiss? Ну, посмотрим Kiss. Ну, что блок есть видео. Капец, бы с Лакстом тогда. А, это документальный фильм. Журналист пришел в гости. Кис. Paul, how are you? Oh my God, it's Lifestyles. Ой. No. You were here last week. No. Какой-то странный мужик. This is our cameraman Joseph. Joe. Ну нет, как нудно. Чё-то нудно мне стало. Документальный фильм. Да, это нудно. Смотреть, как он проснулся. Да ты что? Ты покемон, проснись и пой. Всё. Ты чё стоишь? Иди. Ну, кто у нас там следующий? Спанч Боб. О, я понял, что Motorhead Live. О, концерт группы Motorhead. Это тоже металлисты. Это так само, как Металлика. Но еще круче. Конечно же,
Это крутые рокеры. Вот сколько много гостей. Да, сегодня. Ну так, всем нравится Порзингис. Они хотят вместе стусовать с Порзингисом. Да, мастер Порзингис. Джокер. Джокер, что ты нам притащил? Алис Купер, Welcome to my nightmare. Это тоже рокер, мы посмотрим. Что он там поет? Эй, Купер, ты петь будешь? Только черный экран. Джокер, ты что притащил там? Я же прэнк сделал. Иди шути в другом месте. О, Бэтмену прэнк делай. Ладно. Сами нарвались. Пока, Джокер. Я уже приеду в следующий раз. Ну, если нормальную кассету принесешь, можешь пробовать. Я в следующий день приеду и докажу вам. Пока, пока. Верующий. Гуфи. Ну? Я буду сказать эту кис, the second coming. Second coming. Ага. Второе пришествие. Кис, второе пришествие. Ну, посмотрим, что это, концерт или документальный фильм. Извини, Motorhead был круче этого киса. А тут какие-то мужики все размалеванные. Фу, языки показывают. Даже смотреть и неприятно на них. Зак Моррис. О, привет, Зак. Привет, Порзингис. Я хотел сказать, что кис the second coming. Еще раз. Kiss the second coming. Это же было уже. Но только другой поз. Другой. Да? Paul, Ace, and Peter reunited and wrote a new chapter in the history of rock and roll. This is Kiss. Вот он. Для кассеты дождь сложить надо. Ясно. With roots reaching back deep into the heart of New York City, the Kiss story began. Извини, Зак. Друган, извини, но не будем Kiss смотреть. Но так как ты мой друган, ты можешь остаться. О, круто. Я друг великого Порзингиса. Дружок. Ну, что смотрит Барбоскины? Калифорния. Ох. Это, наверное, вам Гена посоветовал посмотреть. Он такой умный парень. Вау, как по волнам круто. From Malibu, extending to the south. Пляжи Лос-Анджелеса. More than 70 miles of sandy beaches, stroked by the blue Pacific. Столица Калифорнии, Лос-Анджелес. Анджелес, да. The beach is where devotees of the body cult go to display the fruits of their labors. Southern California, where the quest for physical perfection first became a mainstream movement. In Los Angeles, anyone needing to pump iron at 3 a.m. Ладно, оставляем. Find a gym. Очень познавательный фильм. Я бы хотел про Нью-Йорк. Нью-Йорк.
Нет, Лос-Анджелес. Следующий. Ферби. Ну, Ферби что смотрят? Легенду о динозавре 2, возвращение динозавра и веселой мелодии. Merry Melodies. Посмотрим. Это веселая мелодия. Да. Ну, как не стыдно так глядывать. Ну ничего вроде. Качество хорошее, можно оставить. Merry Melodies. Оставляем. Марио! О, Марио, привет! Я принес газету «Один в лесу», «Один в лесу 2» и концерт «ГНИУ милиции в Кремле». Кремле, Кремль, Москва, Россия. Концерт ко дню милиции. Николаев, ай, ему же трудно петь. О. Ну вот, я же говорил, ему трудно петь. Хорошо, что остановили, а то... Короче, неси обратно эту кассету, Марио, и ищи дальше принцессу. Окей, I'm going to save the princess. У нас тут нету никаких принцесс. Карл Джонсон. Ну, что в GTA смотрится? Илья Муромец стоит на железной двери и на новогодней елке в бедном Йорике. Что? Ну, посмотрим, что там внутри. Да. Без комментариев. Без комментариев этого кассету. Без комментариев. Пока. Следующий. Матильда. О, ну что, злые птички, поменяй, пожалуйста. Нет, я приглашаю вам смотреть Редбирда. Ладно, будем смотреть Редбирдов. Ну, я его стала кракстик. Так блокируешь, ну, тогда я его кракстик стала. Ну, ну. Это явно не Редбирды. Все, уноси эту кассету. Очень громко, это было слишком громко. И ты, Матильда, ты чё нам принёс? Ты... Из-за тебя блокируют всё наше видео, ясно? Вот, Матильда. В следующий раз я другую принесу, ясно все? Всё, я обиделась, пока. Пока. Снупи. Что у тебя с носом? Ничего, грязь. Я буду сказать, это полицейский Беверли Хиллз. Полицейский Беверли Хиллз 2. О, Эдди Мерфи. Как сумасшедший профессор. Да, где был профессором, сейчас он полицейским. После этого концерт группы Балаган Лимитед. Балаган Лимитед, это что такое? Российская группа.
Это явно не концерт. Немецкий канал RTL. RTL 2. Германский. Извини, мы не понимаем по-немецки. Так что, валет сюда, а, Снупи? Пока, Снупи. Ладно, пока. Капкейкмен. Ну, привет. Тебя никто не увидит, наше видео заблокируют. Я хотел сказать, это трудная мишень и химия тела. Жан-Клод Ван Дам. Жан-Клод Ван Дам. Любовника психолога, работающего на радио. О, Господи, ну ладно, я прочту. В фильме также снимались Роберт Форстер, Чик Венера. Чик Венера. Вроде нормальное качество. Ладно, оставляем. Так, качество нормальное, можно оставить. Жаль, что никто не увидит. Слушай. О, ну. Где мастер Шуфу? Его можно не звать. Все равно это видео никто не увидит. Увидит, конечно. Я бы сказать, это крутые виражи и мат со сдвигом. Мат со сдвигом, что это такое? Комедия. Да. Посмотрим. Это крутые виражи. Это какого-то спортсмена. Стивен Мерш. Да. Оператор Фиден Папа Майкл. Ладно, оставляем. Человек так старается, так бежит. Как Юсейн Болт. Да. Как Юсейн Болт. Следующий. Бэтмен. Где Джокер? А, испарился. Он тут пренки устраивал нам. Я принес газету «Сумасшедшая миссия 1», «Сумасшедшая миссия 2», «Фантом 2040». Мультик, да? Да, это мультфильм такой. «Фантом 2040». Прохождение ударной волны через 7 минут. Органическим формам жизни срочно покинуть район. Бекон, ты жива? Да. Жива. Все в порядке. Жива. Осталось 6 Ладно, минут. Ладно, оставляем. Вам нужно уходить. Выглядит интересно мультик. Так, Бэтмен, ты с нами? О! Ты куда? На несвеста. Еще раз упадешь, домой попадешь. И последний. Ну, кто у нас сегодня последним? Чувак со спущенными штанами. Ну, чувак, что ты притащил? Сборник российских мультфильмов. Кот Леопольд, Каникулы в Простоквашино, Винни-Пух. Ну, давай. Посмотрим. Действительно ли там российские мультики? Это зима в Простоквашино. Срочно бери мои валенки и иди в лес за ёлкой. 4 слов и доставка. С вас 50 копеек. И гражданин Шарик, вам телеграмма пришла. Будете телеграмма? Телеграмма пришла. Не буду. У меня денег нет. А вы поищите в карманах. А у меня карманов-то нет. Я ему ответ нарисую. Нарисую. Нарисуй. Ну что, нарисует?
Вигвам какой. Вигвам. Что это за народное творчество? Это индейская национальная народная изба. Фигвам называется. Дожили. Мы его можем задать. Мойки наши. Ладно, оставляем. А ты сам иди вон. Почини свои штаны. Слышал, что Маркус сказал? Все, пока. Ну, какой фильм мы с друзьями будем смотреть? «Фантом 2040». Все готовы? Да, мы готовы смотреть этот мультфильм. Окей, сеанс начался.